Крофту. Вау! Здорово! Алтентоп. И 2-0! Вот это гол! Всем видом Алтентоп показал, что будет делать передачу. И поверили все. Все, и даже, я думаю, поверили футболисты Баварии, поверили футболисты Кёльна, оборона, поверил и Михаил Рензинг. А у Алтентопа получился прекрасный удар в дальний угол, в самую притирку, там, в нижний угол притирку со штангой. И смотрит, смотрел он, искал, кто же с левого фланга будет там набегать. Набегал там, если не ошибаюсь, Пранич. Конечно, будет сейчас Алтентоп говорить, что попал он, но как оно на самом деле получилось, действительно ли собирался бить в дальний угол или делать передачу, а мяч срезался, это останется загадкой. Но гол хорош. 2-0.